Привет, ребята! Вот у меня новая игра про малышку-пандочку по имени Лу. Посмотрите, какая она проказница! Забралась в стиральную машинку, которую разрисовала, а еще держит в руках острый перец и хочет его скушать. А мама, смотрите, как за нее переживает! Ой-ой-ой, какая шалунья! Давайте мы за ней поухаживаем! Какая грязь! Надо тут везде прибраться будет! Но сначала надо малышку накормить, иначе она съест этот острый перец! Голодная какая! Послушайте, у нее урчит животик! Нам предлагают взять как раз таки этот острый перец, мороженое, но мороженое нельзя, только на десерт, кока-кола. Но я сомневаюсь, что ей понравится кока-кола, но и это не самый полезный напиток. И есть брокколи. По-моему, нам надо дать ей как раз именно этот овощ. Фу, я знаю, брокколи не самое вкусное по сравнению с мороженым. Но, малышка, это полезно. Давай я тебе дам игрушку. И с игрушкой ты точно скушаешь брокколи. Ведь так намного веселее. Ням-ням-ням-ням! Какая вкусная, полезная еда! Вот, посмотрите! У нее появились мускулы, какая она сильная! Быстрее вырастешь и станешь большой пандой! Как твоя мама? Но малышка до сих пор голодная! Давайте дадим ей на десерт мороженого! Какая вкуснятина! Слюнки потекли! Смотрите, какое красивое большое мороженое! Шоколадное, клубничное и яблочное, наверное! Давай дадим еще сверху ягодки! Какая вкуснятинка! Опа! Вот и мы скушали все! Как быстро! Вот-вот! Нельзя есть так быстро мороженое! Иначе будет болеть головка! От холода! Надо есть осторожненько. Малышка, ты до сих пор голодная? Очень странно. Может быть, дать тебе кока-колу? Или острый перец? Что будет, если дать ей острый перец? Нет, я не уверена в том, что ей стоит это кушать. Ладно, давайте в другой раз. Сейчас мы пойдем и скупаем малышку. Ой, какая ты грязная. А волосы-то вы посмотрите. Ну что, с чего начнем? Смотрите, тут есть стиральная машина, какая-то злая тучка. А это тазик с грязевыми ваннами или что? А это что-то такое цветочное. Малышка Пандалу, что ты хочешь? Давай отправимся в стирку. Это что мы? Это что-то очень странное, нельзя стирать пандочку в стиральной машине. Это я как-то сомневаюсь в этом. Turn it on. Понятно, малышка сама забралась в машинку. Хотела немножко прокатиться. Мама об этом совсем не знала. И она разозлилась. Теперь мы ее причешем. Уже причесались. И какой нам большой изумрудик подарили. Какая ты проказница. Давай тебя нормально вымоем. Под тучкой. Ой, а что это, грязный подгузник? Давай его снимем. Ух ты, у нас есть уже два трофея. Как интересно. Второй уровень мы получили. Снимем подгузник. Выбрасываем. И это что? Это не подгузник. Это какая-то шапочка. Точнее, повязка на голову. Это что-то мы только что сделали. Мы призвали злую тучку. Бедная пандочка. Такое приключение сегодня. То в машинке стирали, постирали, то под тучку попала. Надо ее скорее вытереть. Какая ты пушистая! И какие у тебя красивые волосы! Смотри, хвостик! Как отрастила! Может быть, мы когда-нибудь нормально искупаем нашу малышку? Вот, например, в этой грязевой ванне. О, только не ешь ее! Да что ж ты мне экран весь запачкала? Ой, ты моя малышка! Какая ты забавная!
Давай вылезай скорее, тебе надо под душек. Фу, как-то ты неприятно пахнешь. Грязь какая-то вонючая, надо ее скорее смыть. Вот так, опять пушистик, надо скорее причесать. Ну все, я теперь знаю, как мы ее искупаем. Остался последний вариант с цветочками. Я не знаю, что это, но мы сейчас узнаем. Какой-то шампунь? Ну вот, нормально, сейчас мы намоем все тело. Вот, ты вся в шампуне. А это какие-то цветочки. Ой, смотрите, мы посыпали на шампунь цветочка. Ой, как мы вкусно пахнем. Давай смоем все это. Какая ты ароматная у меня. Она благоухает цветочками. Ну, и наконец-то мы искупались. Вот мы молодцы какие. Ну что, малышка немножко устала после этих трех странных ванн и, не знаю, и тучек, и стиральных машин, наверное, надо ее надеть. Что-нибудь для сна или не для сна. Ой, какая платье красивая. Это еще есть за монеточки. Но монеточки мне пока жалко. Поэтому посмотрим, что мы можем взять бесплатно. А бесплатного у нас очень много. Смотрите. Ой, еще есть прически. О, какая красивая. Очень красивая. Ну вот это мне не очень нравится. О, какая милая, посмотрите. Тоже неплохо, ей идет. Да, вот так. О, есть кепочка. И есть шляпа. И еще одна кепочка. Еще есть очки. Вау, какая панда у нас крутая. О, вот эти мне очень нравятся. Давайте выберем какую-нибудь классную прическу. Вот, красные волосы короткие. О, еще кожаную куртку. Вау, она прям как байкер. Это ведь девчонка. Хотя не знаю, по-моему, сейчас она выглядит как мальчик. Давайте подберем какие-нибудь штанишки, может быть. Ух ты, какой подкустик классный. А есть джинсы или что-нибудь подобное. Какое странное мороженое у нее на трусиках. Забавно. А вот давайте вот это купим. Выглядит неплохо. Мне нравится синенькая. Ой, а тут есть какие-то костюмчики. Ой, только взгляните, какая милашка. Во, классно! Какая она крутая! Ну что, давайте отправим ее спать? Она устала за сегодня. У нас есть 4 варианта. Например, вот этот молоточек музыкальный. Давайте посмотрим. Ну, не плачь, засыпай, моя маленькая пандочка, Лу. Ты чего такие смешные рожи корчишь? А, все никак не заснет. Смотрите, у нее уже глаза красные. Хорошо, давай сыграем на бас-гитаре. Ой, ты у нас умеешь на бас-гитаре играть? Серьезно? Ого, у тебя есть своя рок-группа? Да, это очень смешно было. Сейчас только что. Ну что ж, давай дадим тебе бутылочку с молочком. Точно заснешь. Какая вкуснятинка. Засыпай, моя милая пандочка. Ой, нам надо ловить овечек. Смотрите, мы достигли еще одного уровня. И нам подарили ножницы. Статуэтку. Ловим овечек, собираем монеточки. Смотрите, как Луна сладко спит. Чуть ли не слюнки пускает во сне. Ну-ка, почему? Я не могу их поймать, только что нажимала на них. О,
Ой, какой хороший сон приснился. Ты почему проснулась? Давай засыпай снова. Давай я тебе включу вот эту красивую игрушку. Ой, какая она классная. И музычка такая приятная. Все, наша малышка поспала. Take care of little Lou. Какая ты крутая! Ну что, давайте попробуем ей дать перчик или кока-колу, или сделаем это в другой серии. Давайте сделаем это в другой серии, ребята. Если вам понравилась эта милая игра, поставьте лайк. Мне она очень понравилась. Напиши комментарий. Тебе понравилась эта малышка Лу? Смотрите, какой у нее костюмчик. Понравился тебе этот костюмчик? Пока-пока. Переходите на другие видеоигры вместе со мной.